Ну что, друг, как думаешь, такая самодельная муфта способна ли выдержать давление хотя бы 4-6 бар? Сейчас мы это проверим, прокачаем и узнаем, насколько это соединение надежное. Мои ставки, что она не выдержит, но даже если выдержит, она никаких нагрузок механических уже в будущем, в последующем держать не будет. Давайте накачаем и посмотрим, что из этого выйдет. Ни в коем случае это не повторяйте, и я решил проверить лайфхак, так как видел много таких самоделок у блогеров. Поэтому проверим, посмотрим. Ну и не надо относиться к этому довольно серьезно. Это все-таки развлечение. Давайте сделаем. Друзья, вот такой у меня рабочий стол. Давайте посмотрим. Покачаем немножко давление и выясним. Закрываем клапан. Смотрим сюда и на эти. Возможно, появятся капельки. Даже сделаю так, чтобы капли, которые появятся здесь, они были видны сразу. Давление идет вверх. Сейчас мы наблюдаем давление 2 бара. Но где-то что-то пропускает. Стрелочка не задерживается. Сейчас мы смотрим 6 бар. Давление остановилось. Ну и десятку качну. И перекрою вот этот краник, который установлен здесь. И посмотрим. Ага. Пропускает кран-фильтр этот. Сейчас я подтяну его. Подтянул. И смотрим давление. Давление десяточка. Давление 10 бар. Давление более 10 бар. Соединение все держат. Давайте посмотрим, нет ли здесь капелек. Странно, я удивлен, почему он держит. Почему? Странно, не правда ли, почему вот это соединение держит? Потому что на заводе, когда производят эти муфты, они заливаются, а здесь мы просто нагрели и одели. Возможно, произошел фактор нагрева, полипропилен расширился, и когда мы посадили резьбу, он сузился и сел на свое место. Здесь при нагреве такой трубы она, скорее всего, потечет. Не скорее всего, 100%. Ни в коем случае данную самоделку не повторять. Это так, для общего развития, чтобы шарики и ролики у вас двигались в мозгу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайк этому видео. Я буду очень вам благодарен.